Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. А я знаю Прикуп. Как это? У нас в Прикупе уже 80 лет одно и то же. Витя, тузы нужны. Какие тузы? Финансовые, финансовые. Прикупим страну не то, что в Сочи. В Заполярье жарко будет. Ай, ну надо же. Ну что же это такое-то? Ай. О, едем вместе, да? Прекрасно, прекрасно однозначно. Зачем нам вместе? Странный вопрос, зачем люди едут вместе? Для умной беседы. Одна голова хорошо, а две много. Я вас буду развлекать. Не надо меня развлекать, я не дума. Ну, понимаете, без меня скучно. А с тобой противно. Ладно, ничего там противного нет. Что, себя в зеркале не видел, что ли? Обыкновенный лидер нации. Вы на себя лучше посмотрите. Этого туда, этого сюда. Все равно не выходит. Хорошо. Тогда вот этого сюда, а этого туда. Еще хуже легло. Я буду нормальным президентом. Я буду нормальным президентом. Я буду нормальным. Что у вас тут вообще происходит? Это праймерис. А что это такое? Рябов, газеты читать надо. Я буду нормальным президентом. Бельишко берем? Берем, Тимофеич, берем однозначно. Смена белья всегда должна быть с собой. Не каркай. Белья на всех, угощаю. Чайку? Покрепче. Что это? Это на чай. Очень вам благодарен. Ты там, значит, потом почитай все как надо, чтобы сошлось. Посчитаю, не сомневайтесь, мало не покажется. Ну что, сдадим? Кого? А ты все свое. С тобой играть, это значит, 8 глаз иметь надо. А, ловкость рук, очень ловкие руки, ничего не могу с ним поделать, знаете. Ну, вообще, я тоже люблю потасовать. Да, знаю, знаю. Да, у вас золотые руки, золотые однозначно. С такими способностями надо раздевать страну до трусов. А, тут, кстати, по соседству один лох едет. Тоже большой игрок. Ну и что? А, может, сделаем его на пару? Ты мне не пара. Это будет брак по расчету. Вы опять войдете в историю, а я не гордый, я возьму деньгами. Ну, должен сказать, что это гнусное предложение. Ну, интересное. Привет. В картишки режетесь, да? Время коротаем. Ну что, может, пулю распишем? Ты его знаешь? Знаю. На что играем? А вот на пейзаж вот этот. На все, что за окном. Идет. А если это сюда, а самому вместе с этим туда? Опять не получается. Да что ж такое-то? 40 лет в большом пасьянсе, а все в дураках. А ты что, не играешь? У меня своя игра. Чеченский дурак называется. Славная игра.
Слышь ты, я тебе всегда симпатизировал. Неудивительно. Мне симпатизируют все честные люди Земли. Во-во, начинай с меня. Слушай, у тебя золотые руки. Золотые однозначно. С такими способностями надо раздевать страну. Да галат, знаешь. Давай сделаем их на пару. Ты мне не пара. Это будет брак по расчету, понимаешь? Ты войдешь в историю, а я не гордый. Я возьму деньгами. Возьму деньгами и честно уйду из пейзажа. Давай, давай. Я должен сказать, что это гнусное предложение, но интересное. Играют на пейзаж. Садись, если не боишься. Трусы в карты не играют. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке ротой с последним приветом. Вот рваный зараз. Спешу показаться на глаза. На ти та ра дай та пи ра та ра дай. Это... Ну все, пора наружу, к народу. Что я тут забыл в этом гнезде разврата? Азартные игры, фу. Грубые люди эти, духовности никакой. Старыми баксами расплачиваются, козлы. Ну все, прощайте. Что-то я не понял. Ну, страна, даже слинять по-человечески нельзя. Ой. Хода нет, ходи с бубей. Плачь больше. Карты и слезу любят. Не выигрывай каждый раз. Потеряешь партнеров. А ошибки, они случаются. Карты не стеклянные. Товарищи, на девятерной вестуют только женихи и студенты. Карта не лошадь. Вдруг повезет. Кондуктор посетил шикарный наш вагон. Просил чудак навязчиво билеты. Пришлось его в раздельный попросить выйти вон. Слегка качнув у носа пистолеты. Ты там, значит, потом подсчитай все как надо, чтобы сошлось. Посчитаю, не сомневайтесь. Тимофеич, ты нас знаешь, не пощадим.